если вы хотите на кухне, чтобы у вас был настоящий помощник, благодаря которому вы можете готовить, жарить, варить, тушить и запекать, то вот, обратите внимание на этот набор. Особые условия поставки позволяют вам сегодня получить цену не в 7500, а в 3990. Вы скажете, фантастика, я скажу вам, да, на телеканале Дисконт именно такие цены. Мы единый центр распродаж, такого не было больше и раньше никогда. Здесь лот 24279. Что же, вы скажете, находится в комплекте? А в комплекте у нас 12 предметов. Сейчас мы вам все продемонстрируем. Итак, богатый комплект. Вот. Давайте сразу переходить на кастрюлю объемом 5 литров. Вот с такой замечательной крышкой из стекла. И, естественно, мы понимаем, что тут... Тут как раз-таки-то вот здесь вот... Да. Для окрошки, для борщей, дно. Для щей, да. Для чего угодно. Огромная кастрюля нам пригодится. На 3,6 литра у нас переходит следующая кастрюля объем. Так. Там вы можете тушить, готовить какие-то каши. Дальше кастрюля идет на 2,8 литра. Там фантазия вообще не ограничена. И можно готовить также и каши, и пельмени. И можете готовить компот на маленькую порцию. Ковшик есть на 1,9 литров. И кастрюля есть на 1,9 литра, да. Это два одинаковых объема, просто кому-то удобнее пользоваться ковшиком, кому-то кастрюлей. Ну, а конечно, я еще в ковше сковорода. И молоко подогреваю для ребенка, и кашки делаю. Очень удобно и практично, и яйца сварить. То есть каждый предмет, угу. Он, конечно, обязательно вам будет необходим. А, у нас кастрюля еще... И сковорода, и сотейник. Очень удобный набор, практичный, универсальный. Вы получите его и будете наслаждаться приготовлением еды каждый день, каждую секунду. Ну и я вижу, что здесь есть надпись. Что это за посуда, что это за бренд? Сейчас я переверну, пока чтобы было видно. Пока ты показываешь надпись, я бы сразу хотел сказать о том, что эта посуда подходит почти для всех видов плит. Она подходит для газа, для электро и для керамической плиты. Да, индукцию мы здесь не используем, потому что мы помним, что это у нас сталь, это нержавеющая сталь. У этой стали капсулированное дно, утолщенное, что позволяет делать разогрев и теплообмен всеми продуктами мгновенно и моментально. А также не нужно, вот она, да, то самое утолщенное дно. А также помним о том, что нужно взять и эту сковороду можно отправить в морозильную камеру. Она не боится морозов, это тоже приятно. И кастрюлю, соответственно, тоже, да, не только сковородов. Конечно. Очень здорово. Посмотрите, Майер и Бох, это знаменитый бренд? По мне, тогда. Лот 24279. Знаменитый немецкий бренд. В комплекте вы получаете 12 предметов. Здесь есть несколько видов кастрюль. Здесь есть сотейник, здесь есть сковорода. Вот такой большой набор. Он обязательно пригодится и на вашей кухне, и на даче. А в подарок, например, молодой семье. Для тех, кто только начинает совместную жизнь, пожалуйста, вы переехали на новую квартиру. Обновите свой набор кухонной посуды. Ведь... Вы знаете, я уже столкнулась с тем, что от того, на чем мы жарим, на чем мы варим, зависит от того, сколько времени мы проводим на кухне. Во-первых, экономия времени, во-вторых, экономия сил, и в-третьих, экономия просто нервов. Потому что если у меня мясо не жарится, мне это начинает раздражать. Дорогие продукты, на которые я трачу много денег, они просто вот эти деньги выкинуты впустую. Если у меня мясо получилось не жареным, а вареным, у меня же муж не будет есть. Мне говорит, я не ем вареную, понимаешь, я пищу, я ем только жареную. Это принципиальная позиция. Посмотри, какой объем большой. Это самая большая кастрюля, и здесь объем у нас получается 5 литров. А какой объем вы получите? Вы сможете накормить всю семью. Всю семью вот таким замечательным супом. Вы можете засолить капусту. Пожалуйста, если... Окрошку летом. Правда, ну, ну, ты так любишь суп, разве суп не должен быть вкусным? Суп должен быть вкусным. Для того, чтобы был суп вкусным, мы с удовольствием в него добавим ложечку сметанки. Ну а какой суп у нас будет? Какой у нас суп будет без чего? Не подпускает меня никого. Без зелени, конечно. И немножечко вот так вот мы сметаночкой разойдем. Вот так вот его... Ой, Лесь, приятного аппетита. Наконец-то можно. Николай, я знаю, что всегда вкусно готовишь, неважно, есть сметана.
Это супер экологичный материал, он не изменяет вкуса. Также мы с вами напоминаем о том, что вот это то самое дно позволяет сразу всему готовить, сразу все обжаривать, и все это происходит равномерно. Ковшик на 1,9 литра. Спросите, для чего ковшик? Да я каждое утро готовлю дочке кашу. Почему бы и сейчас нам не приготовить эту кашу здесь с тобой? Мы отправляем туда стакан молока. Так. Кто-то любит кашу на воде, кто-то на молоке. Я считаю, что вода и молоко — это лучшие друзья, потому что кашу можно готовить и такой, и другой. Ну и, конечно же, в этот ковшик, после того, как молочко у вас нагрелось, вы сразу туда отправляете геркулес. Все, буквально в скором времени. Так. Каша у вас уже будет готова. Отправите кусочек масла, а ковшик останется у вас чистым и невредим. Вы спросите меня, какие еще можно объемы использовать? Да посмотрите вот сюда. Вот здесь вот у меня картошечка жарится. Посмотрите, как она прижаривается. Какая она вкусная. Корочка, какая она сладенькая. Получается. Корочка получается вкусненькая. Посмотрите, с грибочечками. Вот она. Сметанки добавил сюда. Мяска, если хочешь. Если ты постишься, тогда тебе мяска не нужно. Сейчас идет великий пост. Сейчас просто картошечка и грибы, можно все это можно быстро сверху расшить зеленью и получишь удовольствие. Напомню, что посуда разогревается быстро. Также, если вы спросите меня, а что же здесь у тебя, Николай, а посмотрите, у нас вот так вот я сделал, смотри, три сразу блюда, и какие они удачные. Это компот наваристый, сладенький, вкусный, а самое главное, что этого компота хватит на всех. А вы спросите, а как же его остудить? Не стесняйтесь, отправьте эту кастрюлю в холодильник, и знаете, что в холодильнике она тоже может храниться. Ну и у нас получается, посмотрите, плита, вот это важный момент, внимание на плиту. Многие хозяйки говорят, а вот у меня на 4 конфорках не умещается 4 посуды. Вы посмотрите, у меня здесь 4 огромедные посудины, я бы назвал, и они все, здесь они все у меня уместились, это так первое. У нас уже даже не 4, у нас 12 предметов, я у нас помню. 6 основных, да еще 6 крышек в комплекте. Продано уже 59 таких наборов. Неудивительно, потому что вам нравится. Вы представляете, как это здорово впишется в ваш интерьер, каким станет шикарным подарком, что здесь целый комплект, стальная посуда с крышками, все идеально подобрано. Если разделить на 12, у нас получится 330 рублей за один предмет. Да одну кастрюлю я в магазине приобретала за 1200, которая у меня очень быстро вышла из строя. Дно подсдулось, знаешь, просто было некачественное. А здесь вы получаете знаменитый немецкий бренд, целый набор из 12 предметов, да еще и красивую упаковку. Вот, вы получите, конечно же, в упаковке этот предмет. Так. А здесь у нас, вот, посмотрите, все перечисленные кастрюли, наши сотейники, вот наш бренд. Вот, еще раз мы можем посмотреть комплектацию, что у нас здесь присутствует, пожалуйста. Каждому, каждой крышечке у нас есть своя кастрюля, как говорится, и да, наоборот. Да. Это здорово, потому что не надо подбирать отдельно, потому что цена одной крышки иногда может доходить совершенно до космических цен совершенно. Если вам кажется, что такой набор слишком большой для вас, вы можете оставить себе пару кастрюль, там, например, сковороду, а остальное подарить. Вот мы с мамой постоянно меняемся, либо на дачу увезти. Все возможно. Но я могу сказать, что у меня, например, кухня очень небольшая, всего лишь 5,6, но стандартная, пятиэтажная. И для меня вопрос экономии места стоит очень ярко, очень явно, и поэтому я вот такие наборы бы опасалась брать как раз из-за этого. Ну, где хранить, да? Что, все полки занять? Здесь у нас такого не произойдет, потому что производители обо всем позаботились. Вот, позаботился и я о тебе. Сегодня у тебя и первое, и второе, и компот. Так. И посмотрите, картошка наша уже готова, она подрумянилась, захрустела. Значит, уже время лезть обедать, как говорится. Полноценный обед у тебя прямо сейчас наступает, как я и ранее говорил. Кормилец ты мой. Да. Вот она, та самая сметаночка, вот она, та самая моя вкусненькая сметаночка, вот она, та зеленушечка, которая будет украшать сегодняшнее наше блюдо. И тем не менее, мы получаем с вами и жареный картофель, у нас получился суп, ну и, конечно же, давайте не забывать о том, что у нас есть и компот. А посмотрите, как легко на ней можно работать, какие высокие бортики. И ручка, самое главное, что есть две ручки.
высокие борты. И все это, я напоминаю, накрывается у нас вот такой вот замечательной крышкой. Посмотрите, крышка, у которой есть пароотвод. И, конечно же, эта бабышка сделана бакелитовая, она, и она не нагревается. Очень вкусно. Скажи, назовите ли вкус блюда все-таки от посуды, на которой мы готовим? Конечно, вкусы всегда... Всегда зависит вкус от посуды, потому что есть посуда, которая сразу отдает вкусовые свои качества, и это становится невкусно. У нас посуда, которая не отдает плохое. При высоких температурах нагревания посуда не дает продуктам плохих запахов.